Самыми мощными волшебными предметами являются шары Умникуса и Злобикуса, космический кристалл Шаронит и... грабли Копатыча. А что, если найти артефакты быстрее злодеев, а потом с их помощью отыскать мага? Нам предстоит проникнуть в замок Злобикуса. Должен же Злоби где-то спрятать этот шар. Думал похитить артефакты? Не тут-то было. Отлично. Два артефакта у нас есть. Нам осталось-то забрать Шаронит с космодрома и грабли из домика Копатыча, а с помощью этих артефактов мы и сможем найти Умникуса и передать ему все предметы. И если мы соберем все эти штучки, нас, может быть, даже к награде приставят. Хорошо, дойдем до космодрома. Здравствуйте. Можно мы возьмем ненадолго Шаронит? Нам нужен в школу. Для исследования. Я бы с радостью вам дал его, но Шаронит хотели украсть нечистые силы, и он спрятался где-то в космосе. А когда его вернут? Не знаю. Сейчас мы с агентами попытаемся установить личность вора, посмотрев запись с камер. А Шаронит найдем потом. Не переживайте, на радарах мы его быстро обнаружим. Нам нужно найти Шаронит, пока нас не опередил Злобикус. Давайте попробуем сами обнаружить его на радаре. Марион, справишься? Проще простого. А мы со стелсом постоим на карауле. Есть, он еще движется в космосе и направляется к краю вселенной. По траектории он должен упасть на метеорит 3-9-5-7-4-8-3. Нам нужна ракета, чтобы добраться до места. Глядите! Нам очень повезло, что на этом корабле оказались скафандры. Тут так неуютно. Смотрите, кажется, он. Дело сделано. В этот раз хоть без приключений. Думали, мы вас не выследим? Ой, не с теми вы связались. Не с теми. Простите, а что случилось? Тарелку нашу вы угнали? Понимаете, произошло недоразумение. Мы как раз собирались ее вернуть. Нам пришлось в прокате брать космический корабль. А что это у вас? Хо-хо, Шаронит! Это мы удачно залетели. Вот это находка. Продадим на черном рынке, да подороже. Скорее, на корабль! О нет, надо спасти Шаронит. Попадет он в злые руки. Скорее в ракету, оставленную пиратами. Сели на хвост! Надо их чем-то подбить. Тут же должны быть какие-то пушки, рогатки или что-то вроде этого. Попались воры. Даже камеры смотреть не пришлось. Воры найдены. И Шаронит возвращен. Берите, но после исследования сразу же верните. Обязательно. Думаю, следует припрятать артефакты. Зачем тратить время? Нет, Марион прав. Перестраховаться не помешает. Завтра сходим к Копатычу и попросим грабли. А там профессора отыщем. Какие же мы все-таки молодцы. Вы даже не представляете. Какие мы молодцы!